Участники спецоперации проявляют мужество и героизм, защищая население Донбасса. Об их подвигах рассказывает Минобороны России. Депутат Народного Хурала Ачир Халгаев считает, что решение о проведении мобилизационных мероприятий правильное. Он уверен, что только консолидировав все силы, можно прекратить геноцид и варварские действия по отношению к людям на Донбассе. Мы резервисты, до 50 лет стоят солдаты и сержанты на учете, до 60 лет офицеры. По приказу Верховного Главнокомандующего, как военные обязаны выполнить свой долг. Я являюсь военнообязанным. 18 лет я был призван, участвовал в боевых действиях, награжден правительственной наградой. И сегодня, когда уже страна стоит на пороге такой задачи, скажем, когда стране угрожают, в случае призыва мы все пойдем дружно воевать за страну, за наше мирное небо. Иначе кто защитит нашу землю, наших женщин, наших детей? Только мы, военнообязанные, кто находится в резерве. Я считаю, это долг каждого. И со всеми друзьями, с кем я беседовал, с кем я переписывался, каждый готов в душе, каждый готов морально в случае необходимости взять в руки оружие, защищать свою родную землю, свою страну.